В это сложно поверить, но самый юный серийный убийца СССР Владимир Винничевский, 16 годам, уже убил 8 детей и совершил еще 10 нападений на них. Владимир Винничевский свое третье убийство совершил в 14 лет, жертвой стала маленькая Герта Грибанова. Четырехлетнюю девочку убийца задушил, а потом, для уверенности, несколько раз ударил ножом в голову. Родители первых двух жертв по странным причинам в милицию не обращались. Однажды за Владимиром устроили погоню, когда тот похитил трехлетнего Борю Титова, придушил его, но ему помешали. Тогда он схватил ребенка и выбросил его в сугроб, а сам убежал. 24 октября 1939 года один из патрулировавших в городе курсантов заметил подростка, который вел малыша за руку в лес. Курсант настиг Винничевского в тот момент, когда тот уже душил раздетого ребенка. В мае 1940 года Винничевский был расстрелян в возрасте 17 лет.